Станция метро Серпуховская. Переход в станцию Добрынинская. Открыто 8 ноября 1983 года. Глубина 43 метра. На Добрынинская открыто 1 января 1950 года. Глубина 35,5 метра. Обе станции пилотные, срочные, глубокого заложения. Расположены в центре Москвы, в районе Замоскворечья, у Савской площади. С 1922 по 1992 годы площадь называлась Добрынинской, поэтому станция метро Добрынинская названа по старому названию площади. Савская, такая красивая подсветка. Станция на Серпуховско-Тимирязевской линии. На одном линии получают свои названия по станциям, расположенным на них. Оформление посвящено городам Подмосковья, в первую очередь Серпухову. Серпухов — это город Московской области, расположенный в 73 километрах от МКАДа, 99 километров от центра Москвы. Выход Лисиновской улицы. Большая Серпуховская улица. Стремянный переулок. РЭО имени Плеханова находится недалеко отсюда. Большой Москворецкий мост, улица Большая Ордынка, Люсиновская улица, Большая Тульская улица, Варшавское шоссе, трасса М2, Крым, далее Симферопольское шоссе. Также от Якиманского проезда по улице Большая Полянка приехать на Люсиновскую улицу. Станция современнее, чем на кольцевой линии. Это видно. Сейчас будет переход на станцию Добрынинская. Вот некоторые проходы закрыты. В некоторых станциях это бывает. В общем, вот станция Серпуховская на линии номер 9, связана со станцией Добрынинская. Переход на кольцевую линию. Серпухов. То есть можно считать, что название дано и по городу Московской области. Происхождение названия станции метро совершенно различные. Каждая имеет свою историю. Вот опять один эскалатор не работающий. Здесь по два в каждую сторону. На станции метро Планерная уже долго идет ремонт
второго эскалатора на подъем. Обещали сделать до 1 августа. В итоге все это перенеслось то, что 1 сентября до 30 августа. Конечно, я желаю, чтобы поскорее сделали. Вот из-за этого устраиваются очереди, создают неудобства. Более это конечная станция. Это много там выходят и пересаживаются на... Станция метро Добрынинская. Такое панно украшает станцию. Подсветка зигзагообразная. То есть два таких больших светильника в виде зигзагов. Все это необычно. Выход на Люсиновскую улицу. Садовое кольцо, улица Коровий вал. Головая улица, Житная улица, улица Коровий вал. Большая Санкт-Петербургская улица. Станция Добрынинская, памятник истории и культуры. Дом 1961 года, Серпуховская, открыта 1 января 1970 года. Станции метро на кольцевой линии. Это шедевры архитектуры. Их 12, я снял уже большинство. Немного. На остальных линиях московского метрополитена уже не все красивые, уже надо смотреть здесь на протяжении всей кольцевой линии. Серпуховская площадь, как и Таганская, это крупнейшая площадь в районе Садового кольца. Там пересекаются много улиц в районе Таганской площади. И трасса М2 Крым в Калужской площади. Трасса М3 Украина. Начало некоторых трасс из Москвы в районе Садового кольца. Города России и другие страны мира. Некоторые, конечно, начинаются от нулевого километра Манежной площади, некоторые от Бульварного кольца, некоторые от
третьего транспортного кольца. Автодорог у нас федерального значения, регионального. В России очень много такие красивые станции метро в районе Серпуховской площади, Серпуховская и Добрынинская.